Гоша, посмотри сюда. Ярик, мы же забыли забрать с магазина новый стартер. Давай его тогда под лестницей оставим и за запчастью побежим. Как исчез? А вы думаете, на новый пидбайк вам легко будет заработать? Питбайк Малых? Что он тут делает? Странно, не пристегнут даже. Вот дают. Проучу-ка ей, чтобы не оставляли больше питбайк без присмотра. И не пристегнут. Пусть знает. О, Ярик, наконец-то сейчас отмонтируем питбайк и погоняем. Ой, не говори, так долго запчасть шла. Пошли чинить быстрее. Гоша, где наш питбайк? Не знаю. Что, украли? Капец, питбайк украли, что теперь делать? Вот это попадалово, Ярик. Что мы теперь папе скажем? Я вообще в шоке. Кто мог его забрать? Мы же так хорошо его спрятали. Я не знаю, но от папы нам точно уйти. Ладно, пошли домой, подумаем. Гоша, и что нам теперь делать? Не знаю, брат, голова вообще не рубит. Я в таком шоке. Кто мог забрать наш питбайк? Это просто нечто. О, у меня идея. Давай напишем объявление и развесим в подъезде. Ага, тогда пошли просто скажем папе. Или ты думаешь, что он не поймет, что это мы разыскиваем питбайк? Ну да, не вариант. Можешь в милицию заявить о пропаже питбайка? Ага, милиция тогда сразу родителям расскажет. Что же такое придумать? О, пацаны, а чё сидите, ничего не делаете? Такая хорошая погода. Погнали, я вас отвезу. На питбайке покатаетесь, погоняете, ну. Не, папа, не хочется. Будем домашку делать. Столько задали всего. Вы ж только пару дней учиться как начали. Только как... Линейка недавно была, и уже говорите, что столько задали? Да, папа, Тамара Андреевна сказала, выучить 5 стихов наизусть. Больших? Во втором классе? Что-то я не припоминаю, чтобы мне во втором классе задавали аж 5 стихов наизусть больших. А автор стихов кто? Носова, папа, Носова задали 5 стихов. 5. Носова? 5 стихов? Он что, стихи писал? А ну-ка, давайте, признавайтесь-ка, что уже натворили, что на учебу так добровольно потянуло? Так, а что в коробке? В какой коробке? Так, ты разведчик еще тот. Ярослав, что в коробке? А это запчасть для питбайка. Как запчасть для питбайка? А теперь давайте все по порядку и признаемся, что натворили уже. Ну, мы катались на питбайке и поломали его. Ну как катались? Даже прокатиться не успели. Ну блин, ладно, ну всякое бывает. Так в чем проблема? Поменяли запчасти дальше? Рум-рум-рум. Но это не проблема. Мы хотели его починить. Вот запчасть даже купили. Только питбайк исчез куда-то. Как исчез? Ну как исчез? Украли? Наверное. Ну как украли? Под лестницей его оставили.
Так а чего вы его под лестницей оставили? Вы что, домой не могли его завести? Да лифт не работал, тяжело же. Ну да, не поспоришь. Вверх по ступенькам тяжело. А вы думаете, на новый питбайк вам легко будет заработать? Да. Так, подождите раскисать. У нас ведь в подъезде камера видеонаблюдения висит. Сейчас мы на сайте и посмотрим, кто ваш питбайк взял. Ну или, как вы говорите, исчез. Точно, папа! Давай скорее его найдем. Ребята, скорее-скорее! Я нашел момент, где ваш питбайк, как вы сказали, исчезает. Вот, скорее, смотрите. Ну что, узнали воришку? Пап, так это же Соня! Ну что, неплохо вас сеструха-то подколола. Разыграла по полной программе. Ничего, будете теперь знать, как дорогую технику под всякими там ступеньками оставлять. Леним, видите ли, было домой затащить. Лифт не работает. Вот так, вот так. А теперь идите, забирайте тихонечко свой питбайк, меняйте запчасть. Еще надо проверить, подошла она или нет, и будет ли с ней питбайк ездить. А Соне пока ничего не говорите. Да, разыграла так разыграла. Еще сестра называется. Украла наш питбайк. Вот он это его. Хорошо, хоть камеры в подъезде стоят. Неси деталь, менять будем. Фу, готово. Теперь надо испытать. И заодно спрятать получше, чтобы Соня не нашла. Пошли погоняем. Ну что, пробуем? Давай. Смотри и учись, братан. Чтобы не пропустить новое видео. Инстаграм. Ссылочка в описании.
Пока-пока. А Соня, пускай.